Библейский портал exeget.ru представляет. Сегодня на библейском портале мы продолжаем наши беседы по псалтыре царя Давида, по имени Господи царя Давида и всю крутость его. Мы будем изучать 24-й псалом. Считается, что этот псалом написан в то время, когда Давид э, терпел преследование со стороны своего сына Ависалома. В этом псалме, в еврейском оригинале, все стихи расположены э, в алфавитном порядке. И имеется еще несколько подобных псалмов. Иногда одну букву находим в двух стихах а иногда один стих содержит в себе сразу две буквы. А понять, почему псалом привязан к еврейскому алфавиту, очень сложно. Но это как бы действием Духа Святаго Давид именно так составил этот псалом. Возможно, что псалмы такого типа они указывают на значение и самих букв еврейского алфавита как э, священного языка. В понимании древних э, христиан э, есть как бы три священных языка. Это еврейский, латынь и греческий. И это связывали с тем, что когда Сын Божий был распят на кресте, то надписания над его головой были сделаны именно на этих трех языках. По-еврейски, по-латыни, по-гречески. Таким образом, в понимании древних христиан, как бы алфавиты эти были освящены кровью Сына Божия. Мы продолжаем изучение псалтыри по тексту Септуагинты. Этот текст он более соответствует церковно-славянскому. И смотрим также в Масору чтобы лучше уяснить какие-то сложные места. И мы читаем значит надписание псалма псалом Давида в еврейском прочтении просто от Давида, не говорится, что это псалом. И самое начало к тебе господи, вознесся я душою моею, Боже мой, на Тебя я уповал, да не постыжуся вовек, и да не посмеются надо мною враги мои». И мы знаем, что к Авесолому во время его восстания примкнули все недоброжелатели царя Давида, среди которых были и грешные люди, но были и некоторые праведные люди которые осуждали Давида за тот грех, который он совершил с Батшевой, то есть с Версавией. И в своем уповании он надеется, что он не постыдится, потому что Давид верит в то, что Господь простил ему тот двойной грех, совмещение греха прелюбодеяния с грехом убийства. «Ибо все уповающие на Тебя не постыдятся, да постыдятся все тщетно беззаконующие». Вот здесь есть некая такая сложность, и мы обратимся к еврейскому тексту. Третий стих будет читаться так. «Также все на Тебя надеющиеся да не будут пристыжены» пусть пристажены будут предающие а беспричинно, то есть совершающие акт предательства без всякой причины. Да постыдятся все тщетно, то есть напрасно, без всякой причины, это по саптуагинти, беззаконующие. То есть они действительно часто восставали против Давида, не имея такой веской причины. Да, Давид совершил преступление, но он же пережил Божье прощение, которое подтвердил пророк Божий Нафан. Четвертый стих. «Пути Твои, Господи, укажи мне, и стезям Твоим научи меня». Каждый человек нуждается в том, чтобы Господь указал ему путь, по которому ему следует идти. Вот это прочтение Укажи мне по-гречески буквально сделай известными сделай известными. То есть этот текст может прочитать пути твои Господи, укажи, то есть сделай известными мне. То есть я хочу знать, по какому пути мне идти, и стезям Твоим научи э, меня. Э, стези Господни это когда человек следует Божьим заповедям и не отступает от этих стезей, которые Господь предначертал в своем святом законе для всего рода человеческого. Давид это понимает, поэтому он неоднократно говорит о том, что закон Божий есть светильник для ноги моей. Наставь меня на истину твою и научи меня, ибо ты Бог, Спаситель мой, и на тебя я надеялся всякий день. С одной стороны он просит наставления от Господа, с другой стороны он говорит о том, что это процесс некого научения, то есть не просто наставление как окрик с небес, а это и некий процесс научения, то есть вхождение в закон Божий. И мотивация, почему он это просит, ибо ты, Бог, спаситель мой, и на тебя я надеялся всякий день. То есть он как бы здесь говорит, ты раньше меня спасал, и во все дни своей жизни я не терял своего упования на тебя. Поэтому он нуждается в наставлении и в научении, то есть в более глубоком постижении воли Божьей. Всем нам надо стремиться к тому, чтобы постигать волю Божию, насколько это только возможно. Давид продолжает. «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века». И ниже грехов юности моей и неведения моего не помяни. По милости Твоей Ты вспомни меня по благости Твоей Господи. Вот обращение к грехам а, юности а, ⁇ это то, что перекликается с 50-м покаянным а, псалмом царя Давида, который был прямо составлен на то преступление, которое он совершил с чужой женой, с Версавией. То есть Давид понимает на самом деле, почему началась эта гражданская война в его собственном доме, потому что грехи, которые совершает глава семейства, они разрушают дом, в том смысле они калечат и детей, которые живут в этом доме. То есть преступления родителей, они некой оскоминой отражаются в жизни детей. И есть такая пословица, значит, родители ели кислый виноград, а у детей на губах как бы оскомина. Оскомина. И из уважения к отцам эта пословица в Библии была запрещена. Там сказано, что не стоит так говорить, потому что все-таки Подражать греховным поступкам своих отцов или нет, а каждый решает сам. И Патерий, епископ Бреши, компилятор трудов Григория Великого, он настаивает на том, что да, на нас распространяется влияние от наших родителей до третьего и четвертого рода и уточняет: а почему сказано до третьего четвертого рода? Потому что дальше мы не помним мы можем помнить, конечно, отца, там, деда, прадеда, а вот куда туда дальше уже никого не помним. То есть никаких примеров ни положительных, ни отрицательных те ушедшие поколения нам не предоставили. А вот до третьего, четвертого мы можем иметь влияние от наших предков в этих поколениях. Грехи юности – это серьезная проблема. В Библии очень много говорится о грехах юности, и они действительно тяготеют неким таким тяжелым грузом в жизни многих людей. И человек чувствует некую такую безысходность, он не может вернуться назад и поговорить с самим собой, наставить самого себя, чтобы он не совершал бы тех преступлений, которые он уже совершил. Юность греховная, она всегда нагоняет нас, и, как я часто говорю, наносит предательский такой удар э, в спину. А в книге Иова так прямо сказано, когда Иов восклицает, «Кости мои напоены грехами юности моей, и вместе со мной хотят лечь в могилу». Если они вместе с нами хотят лечь в могилу, это означает, что последствия юности – греховные последствия, они до самой могилы будут тяготеть над нами в той или иной степени. Поэтому вот это прошение, оно наполнено глубоким смыслом грехов юности моей, неведения моего не помяни. По милости Твоей Ты вспомни меня, по благости Твоей, Господи. То есть, с одной стороны, он просит, чтобы Господь как бы не вспоминал грехов его юности, и в то же время он говорит, по милости твоей вспомни меня. То есть, он как бы говорит, что в моей жизни все было, конечно же, не так безысходно, были моменты духовного какого-то просветления, и он просит Господа, чтобы вот одно он предал забвению, как бы не вспоминал это грехов его юности, молодости, а вспоминал бы те моменты, когда вот были озарения духовные в жизни царя Давида. Благ и праведен Господь, посему согрешающим Он укажет а, путь а, закона. Это очень интересный такой стих. А посмотрим, как он может быть переведен с еврейского. Здесь получится так. «Благ и прям Господь, потому Он указывает грешным путь». То есть Господь указывает направление, идя по которому грешники могут исправиться. В этом заключается благость и праведность Господа его правда, то есть он промышляет о всем своем творении и ищет для нас исправление. Поэтому, как сказано в Новом Завете, забывая заднее, надо простираться вперед. И также сказано, неблагонадежен для Царствия Божия, взявшийся за плух и оборачивающийся назад. Как мы можем выстроить нормальную духовную жизнь, если наше прошлое все время тяготеет над нами. Мы должны все-таки решительно с ним расстаться. И когда дьявол через бесов и агрессивных людей напоминает нам греховное прошлое наше, мы должны решительно не соглашаться с тем, что оно тяготеет над нами, в том смысле, что Божье прощение предоставляет нам возможность как бы начать жизнь с чистого белого листа и бог укажет нам правильное направление. Далее мы читаем все будет руководить кротких, будет руководить кротких это девятый стих в суждении научит кротких путям своим то есть господь будет посылать нам некие суждения и научать таким образом, путям своим. Более дословный такой перевод напутствует он смиренных в суде и учит смиренных пути своему. Поэтому здесь речь идет не просто о суждении, которое выносит по поводу нас а о том суде, который совершается над нами, то есть достаточно авторитетное какое-то суждение может быть по поводу наших грехов, наших преступлений. Все пути Господни милость и истина для ищущих Завета Его и откровений Его. То есть, когда мы пребываем в поиске Завета Его и откровений Его, то Пути Господне, как милость и истина, открываются для нас. Завет, э -э, по-еврейски, брит означает некий договор. Э -э, в завет вступает как целый народ, но также отдельно взятый человек, он тоже вступает в завет с Богом. В нашей христианской ситуации это обет и крещения, э -э, которые мы сами произносим. В момент крещения или вместо нас их произносят наши крестные родители, в зависимости от того, когда совершается над нами это таинство. Ради имени Твоего Господи очисть грех мой, ибо Он э, велик. Э, вот здесь э, Давид э, призывает. Имя Божие как бы обозначает значимость этого имени, что оно обладает некой очистительной силой. И для нас, христиан, нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. И когда мы призываем Его Святое Имя, то ходатайство посредника Небесного Сына Божия за нас усиливается. Далее Давид восклицает, какой человек боится Господу, ему Он, Господь, даст закон для пути, какой ему угоден. То есть если страх Божий присутствует в нашем сердце, то Господь откликнется на то состояние скорбное, которое мы можем переживать и подсказать нам, как выйти из того или иного кризиса. Душа его среди благ во дворица, то есть человека, который ищет волю Божию, и семя его наследует землю, то есть благословение будет дано не только ему, но и его потомству. Господь опора боящимся его, и завет его, это явит им. Здесь вот речь идет о том, что мы все время как бы должны подтверждать обет крещения вот в христианском прочтении этого текста. Очи мои всегда обращены к Господу, продолжает Давид, ибо Он исторгнет из сети ноги мои. Здесь Он как бы говорит, если я сведу свои очи, слика Божия, не буду заботиться иметь Бога в разуме, то тогда я запутаюсь в сетях греховных. А если я очами веры обращен к Господу, Он исторгнет из сети ноги мои. И мы все помним, как апостол Петр шел по водам, пока взирал на Христа. Как сказано, взирайте на начальника и совершителя жизни. А когда он увидел большие волны там, там молния сверкала, взгляд отвел в сторону, он сразу стал утопать. И похоже, вот Давид переживал подобное состояние. А в окончании псалма он говорит: "Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и убог". Вот это немножко непонятно, как это царь, э, отец большого семейства, одинок и убог имеется в виду положение человеческой души по отношению к Создателю. Человек действительно, скажем так, все переживает в одиночку. И даже если на войне сразу гибнет много людей, каждый погибает в одиночку, переходит рубеж между жизнью и смертью. И вот эта ситуация такого экзистенционального одиночества, она преследует многих людей, даже у которых может быть большая семья и очень активная такая жизнь. «О скорби сердца моего умножились от бедствий моих. Изведи меня, посмотри на смирение мое и на изнеможение мое, и оставь все грехи мои». Здесь, с одной стороны, он говорит, что он уже достаточно претерпел скорбей и смирился перед тем, что случилось с ним. А с другой стороны он говорит, посмотри на врагов моих, как они умножились, и какую ненавистью, неправедную возненавидели меня. Неправедную, то есть это тема в суе, то есть напрасно они как бы не имели для этого основания. Действительно, человек может ненавидеть грех, но любить грешника. А здесь явно произошел перенос ненависти к проступку Давида на самого Давида. Поэтому он восклицает, посмотри на врагов моих, как они умножились, и какой ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжуся, что уповал на тебя. Незлобивые и праведные объединились со мною, ибо я на Тебя, Господи, уповал. Вот здесь он как бы чувствует, что он все-таки не одинок с ним. Объединились незлобивые и праведные, ибо Он уповает на Господа так же, как и они уповают на Господа. И последний стих этого псалма – «Избавь Божий Израиля от всех скорбей его». А здесь он уже молится за весь народ, как полагает царю, не замыкаться на своих личных проблемах, а думать о всем народе.